за моей спиной. Огонечек – это фары автомобиля. Что-то все как-то приуныли. Они как-то очень медленно. А там, похоже, не очень понятно, куда ехать. Ну, как корреспондент, да? Да, ну, да. Ну, вот там корреспондент, а я как бы с ребятами, которые участвуют в серов. У меня просто очень много в машине их прибамбасов. Но мы не будем мешаться, честно. Я там кататься не буду. Аккуратненько, скажем. Спасибо. Спасибо. Юва. Дави их. Би-би-би. Что за блат? Ну, вот как-то так. Хасан. Это Хасан, какие это Хаси. Какие глазки клевые. Потому что хаски? И да. Какой клевый. А у меня дети называли, у них, видимо, фантазии не хватило. Всем привет, это город Краснотуринск, а точнее поселок Белка, и здесь проходят зимние гонки на льду. Сейчас я покажу, как это, какие машинки гоняются и интересно ли все это наблюдать со стороны. Спойлер, зрителям зимних гонок всегда не так круто, как участникам, потому что зон для просмотра не очень много, как правило, и очень холодно, даже если тепло. Гоняются сейчас самые разные автомобили. Первыми квалификацию проходят заднеприводные модели, стандартные. Как правило, это ВАЗовская классика. Есть один Mercedes, организатор гонки, он тоже участвует. И есть пикап Ода, человека из Лобуэ. We'll be right back.
такое автомобильные зимние гонки глазами участников? Это ожидание, гонка и снова ожидание, если ты прошел дальше. Что такое зимние гонки глазами зрителя? Это ожидание, ожидание, ожидание и ожидание. Ожидание это редко оправдывается чем-то хорошим, просто потому что зимой очень рано темнеет, примерно в 4 часа дня. А самые зрелищные, самые интересные заезды — это классы спорт, тюнинг и прочие unlimited классы. Они проходят последними и при полной темноте, когда уже ничего не видно. А первыми гоняются класс стандарт, женский и задний привод. Если вы хотите съездить на зимние гонки с зрителем, то запасайтесь теплыми вещами, горячим чаем в термосе, может быть, какой-то едой. И сразу же предостерегаю вас от ожиданий, которые могут не сбыться. Если вы рассчитываете увидеть здесь суперкрутые автомобили, которые будут в сопли просто разматываться в снежных сугробах, то такого, как правило, не бывает. Самые сильные, самые мощные автомобили, как правило, я уже сказал, это соревнуются уже практически в полной темноте, а до этого катаются обычные шестерки, пятерки, семерки. Автомобили, которые мы и так каждый день видим на наших дорогах, в наших дворах и вообще везде.
собственно, вот о чем я говорил. Времени уже где-то 7:30 вечера примерно, и уже совсем ничего не видно. Я думаю, вы меня даже не видите. А автомобили все ездят и ездят вот за моей спиной. Огонечек — это фары автомобиля.